В Беларуси день за днем фиксируют аварии с участием такси. Перевозчики пренебрегают правилами безопасности. Нередко расплачиваться как за проезд, так и за оплошность приходится именно пассажирам. Ситуацию мониторит ГАИ, транспортная инспекция и налоговая служба. Массовая проверка началась по всей стране. После осмотра. Печально, это плохо. В Бобруйске за 10 месяцев произошло 8 ДТП с такси. По вине водителей пострадали 9 человек. Еще 2 получили травмы в маршрутках. Всего же в этом году в Беларуси зафиксировано свыше 60 таких аварий. В них погибли 13 жителей. Часть ДТП произошла именно из-за пренебрежения перевозчиками требований безопасности. Это отсутствие допуска, несвоевременное прохождение техосмотра, несоблюдение режима труда и отдыха и нарушение ПДД. Чаще всего водители маршрутных транспортных средств и автомобилей такси нарушают правила проезда пешеходных переходов и перекрестков, проезжают перекрестки на запрещающий красный сигнал светофора и нарушают правила обгона. Неподалеку от автовокзала специалисты останавливают машину шашкой. Маршрут пассажира до торгового центра на 50 лет в ЛКСМ. При предъявлении документов у таксиста отсутствуют нужные справки. На конечном пункте водителя уже ожидают инспекторы. Визитку не успели сделать, справку не успели сделать. Разрешение не выдали. К слову, визитная карточка – это немаловажно. В случае чего пассажир не знает, кто был за рулем. Плюс в этом случае нету и техосмотра. Госавтоинспекторы выписывают штраф. Довольно часто выявляется нарушение, такое как допуск водителя к управлению транспортным средством без предрейсового медицинского освидетельствования. За это тоже предусмотрена ответственность. Повторно, либо не повторно, первый раз – это от 8 базовых величин на должностное лицо. Повторно от 15. К сожалению, сумма не маленькая, но должностные лица все-таки допускают и повторно допускают такие нарушения. Масштабная проверка маршрутных транспортных средств продолжится до 6 декабря. Сотрудники ГАИ в это время обращают внимание и на наличие зимней резины. Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зимний тюнинг для машин, правильный протектор шин» инспекторы проведут по всей стране 27 ноября. Водителям напомнят, административная ответственность наступает уже с 1 декабря. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.